Здравствуйте! Недавно отмечался 25-летний юбилей единственного в своем роде отечественного ансамбля импровизационной музыки, который называется Три О. Сегодня у меня в гостях бессменный участник этого коллектива, знаменитый музыкант, мастер игры на духовых инструментах Сергей Летов. Здравствуйте, Сергей Федорович. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как изменился проект 3о с момента своего основания? Ну, собственно говоря, проект Трио практически свое развитие прекратил, угу. казалось, что для музыкантов ну, заслуженных и маститых участие в проекте, который почти не приносит никаких материальных доходов и мало участвует в какой-то концертной или фестивальной жизни, он, не, он пред, представляет какой-то скорее интерес ну, ностальгический, то есть между юбилеем 20 лет трио и юбилеем 25 лет трио прошло всего несколько концертов, угу. поэтому, наверное, мы не можем говорить о том, что мы как-то развиваем этот проект. Мы его как бы законсервировали и извлекаем его вот в юбилейные дни из какого-то кармана. Ну тогда немножко о прошлом. Во-первых, э я не очень, кстати, понимаю, он существовал с перерывами или вот непрерывно, или это тоже трудно сказать. И непрерывно, и прерывно. Uh -huh. Нельзя сказать, что проект Трио постоянная концертная деятельность существовала вот ежедневно. Uh -huh. В самом начале, конечно, он был значительно более интенсивный. То есть я жил какой-то очень интенсивной жизнью, то есть мы вступали раз в неделю или чаще. Но постепенно, постепенно, конечно, к этому где-то в середине 90-х произошел резкий спад интереса к импровизационной музыке, вообще, мне кажется, к творческой музыке в нашей mm -hmm. стране, связанной с тем, что часть интеллигенции люмпинизировалась, часть наших слушателей эмигрировала за рубеж. И, скажем, где-то вот с середины 90-х он влачит такое, такое вялотекущее существование. То есть ансамбль как бы есть, иногда он участвует преимущественно за рубежом. Но в нашей стране ну, мы почти не играем. Вообще говоря, э, на Западе и, и вот на Дальнем Востоке существует импровизационная сцена. Угу. То есть там существует круг публики, который эту музыку потребляет. И существует очень много музыкантов, которые этой музыкой занимаются. Я имею в виду импровизационной музыкой. В нашей стране практически отсутствуют и музыканты, которые этим занимаются, и отсутствует публика для нее. Угу. Допустим, существуют, ну, скажем, люди с культурным уровнем чуть-чуть выше среднего, которые могут воспринимать разные вещи, в том числе и такую музыку. А в Японии или в Западной Европе существуют поклонники именно импровизационной музыки. Это не просто культурные люди, это люди, которые хорошо знают, о чем идет речь. В нашей стране ситуация несколько сложнее, я бы сказал, с этим. То есть у нас есть на такие импровизационные музыки, но, скажем, они не ориентированы на музыку как именно на музыку. Они ориентированы на модные имена в этой музыке как бы они интересуются, скажем, не самой по себе музыкой, хорошо или плохо она сыграна, а какими-то очень яркими э, раскрученными именами, и как эти имена, связаны, конечно, все это с изданием каких-то дисков, все, и приезжают к нам эти имена или нет. Ввиду того, что ансамбль Трио не имеет аналогов за рубежом. То есть не, это имеет. не имеет. Это, э, его трудно классифицировать. Он не похож на тот фриджаз, который культивировался в Европе, не похож на американскую музыку, не похож на дальневосточную. Он является таким, как бы, персонажем, сидящим между нескольких стульев. И так как его нельзя проклассифицировать, то он не может войти в моду. Он не mm -hmm. может быть модным. Он не является товаром. Поэтому, как бы, ну, вот приходится его слушать, надо бы, да, но вроде бы, как бы, и в то же время ни, ни, ни перед кем, ничем не похвастаешься. Что вот ты знаешь, я был там-то, я был вот то-то. Непонятно, что это такое. В смысле, такое. был на концерте? Да, да. Mm -hmm. И вот в результате, как бы, э, я бы сказал, что лучшие годы трио связаны с, э, с интересом к Советскому Союзу, когда он был на Западе, mm -hmm. и с некоторым общекультурным подъемом, который был э, в СССР в конце 80-х годов и, может быть, в начале 90-х. Потом все это закатилось, и трио очень мало mm -hmm. Мало признаков жизни подается этого времени. Угу. У нас у всех есть собственные проекты, мы занимаемся какими-то другими более конформистскими проектами, иногда менее конформистскими. Но вот Трио это такое, как бы у нас некоторое ностальгическое объект ностальгии для нас. Поскольку, без сомнения, многие не знают, или даже большинство не знают, то э, скажите, пожалуйста, пару слов о том, как получилось, что именно эти Три музыканта: да, вот Сергей Летов, Аркадий Кириченко, Аркадий Шуклопер в свое время объединились, чтобы создать вот нечто такое. Я познакомился э, с лидером московского концептуализма э, Андреем Монастырским. Uh -huh. У дома у Андрея Монастырского я познакомился э, с художником э, Сергеем Бардачевым, который в то время э, входил в группу. Это было в 80- третьем или 84 четвертом годах, в группу «21 московский художник угу. тогда существовал Горком графики на улице Малая Грузинская где э, выставлялись поочередно две сопернических соперничающие группировки а гор, Горком Горком графики это какой то извините какой-то подпольный да или нет это... он официальный официальный был? это а. было единственное место а -а -а. где могла выставляться не соцреалистическая живопись в городе Москве угу. В то время на такие выставки собирались толпы людей. Очередь стояла от метро. Ну, по крайней мере, километровые очереди выстраивались посмотреть современную живопись. Было две группировки: двадцатка более такая социально-критическая, и 21- это более такие авангардисты, скажем так. Ну и вот художник предложил мне, Бордачев, прийти и поиграть у них перед картинами на выставке. В 1984 году я явился, играл, на меня напали оперативники, скрутили меня, завернули руки за спину, увели в какую-то специальную комнату и сказали, что вы тут делаете, есть ли у вас разрешение играть. Сказал, нет у меня такого разрешения, а что, дышать тоже нужно разрешение? Не ерничайте. Ну, в общем, меня отпустили, прошел год, и когда Бордачев предложил мне в 1985 году снова там сыграть, то мне показалось что рискованно снова идти одному. Опять на меня нападут какие-то оперативники. Хотя уже была провозглашена какая-то якобы перестройка. Воспоминания были очень живые о том, что это все не так угу. на самом деле. И я пригласил с собой пару друзей. Вот один из них, это Аркадий Кириченко, с которым мы познакомились за год до этого на «Квартирнике». Он играл в капелле «Дикси». То есть музыкант из «Дикси -Ленда». А он, в свою очередь, позвал с собой приятеля, Аркадия Шилклопера, с которым он вместе когда-то учился в кадетке, то есть в школе военных дирижеров. Шилклопер на то время был оркестрантом то ли больш Большого театра, -то, играл на Волторне. И вот мы встретились, никогда втроем мы друг друга не видели. Мы с Шилклопером точно никогда не видели друг друга и никогда не слышали друг о друге. Мы попробовали импровизировать, и, собственно говоря, вот эти импровизации составили основу репертуара трио. Вот мы просто импровизировали перед картинами, пообщались с художниками. Там был Зверев, который рисовал нас. Он вообще так рисовал. Тот самый Зверев. Тот самый так, Анатолий Зверев. Он э, на обрывках половину плаката он отрывал плакаты рекламные этой выставки и мелками для худож... для, по -моему, за 50 копеек рисовал портреты. Когда он набирал где-то там на два с половиной рубля, то отправлялся гонять за портфейном немедленно. И вот я помню, что мы закончили играть, и Зверев мне говорит, а, ребята, вы уже пошли, красенького берите, красенького. Это последний раз, когда я Зверева видел. Не могу не спросить, как деятельность не то, чтобы даже ансамбля Трио только, а вообще ваше в свое время соотносилась с тем, что делал Курехин. Насколько я знаю, был период, когда вы совместно выступали. Вот это очень интересно. Дело в том, что с Курехиным мы познакомились значительно раньше. И познакомил нас заочно Артемий Троицкий. Угу. Он был в Питере. И позвонил Курюхину, что ку порекомендовал ему как-то меня найти и со мной познакомиться. Курюхин uh -huh. позвонил, мы встретились, обсудили и попробовали вместе играть. И большая часть наших первых встреч заканчивалась с ним грандиозными скандалами. Мы ругались, обвиняли друг друга во всех там смертных грехах обвиняли в поров в неумении играть в неумении мыслить и в общем расставались навсегда но проходило где то месяц или два и снова как происходило какое то сближение мы снова с ним играли я его пробовал приглашать в москву не всегда удачно вот. он меня часто приглашал в питере я ездил туда и вот так мы, как то у нас происходило Uh, до 1986 -го года такое как бы, взаимное сотрудничество, не вполне удачное. А где-то приблизительно с 1986 -го года мы уже стали выступать с ним. Мы как-то помирились, распределили роли. То есть он отвечал за м -м, композиционную часть выступления, а я как бы наполнял их соло. Вот uh -huh. так вот мы стали играть дуэтом, съездили в Екатеринбург. И там в Екатеринбурге я ему рассказал, что у меня появился ансамбль из трех духовых инструментов, инструменталистов, туба, волторна. И он очень заинтересовался, и в 1986 году он уже пригласил э, э, наш ансамбль принять участие в поп-механике. Мы с Кириченко были на Архангельском джазовом фестивале, и на обратном пути заехали в Питер. И вот угу. даже на пластинку «Поп-механика-17» Кириченко уже попал тогда, а Шелкопер чуть позже. На следующий год, уже в 1987 году, и он стал принимать участие в поп-механиках. Мы играли в больших проектах, но именно выполняя каждый свои специфические функции. Дело в том, что оркестр Курюхина, вообще его проект состоял в том, что Курюхин писал музыку не для инструментов, угу. а он писал музыку для людей, которые играют на инструментах. Угу. И для него важнее было личное качество человека, его особенности, а не тот инструмент, на котором он играет. Вот как бы, что отличало Курюхина от всех остальных музыкантов и до, и после вот, угу. э, знакомства с ним. Э, он, к, к, используя наши сильные стороны, старался вот, придать какой -то, какой то как бы создать некоторую такую полистилистическое полотно используя наши особенности и нас втроем и по отдельности в рамках его поп механик а вот в моем представлении возможно это несколько неверно курехину были присущи какие то такие стихийные лидерские задатки которые как то уравновешивались эксцентричностью это так что он был такой лидер эксцентрик Курихин очень сложная фигура. С одной стороны, он был э, лидер-эксцентрик, с другой стороны, э, он был организатор. Курюхину свойственно, например, э, вот, лично в поведении. Ему не, не свойственны были вот, в обычной жизни лидерские какие-то функции. Угу. Он не был центром внимания, э, на, скажем, на какой-нибудь э, вечеринке. Он как раз был таким скромным человеком, которому интересно было посмотреть на ну, какого-нибудь... Э, эпатирующего человека. Вот mm -hmm. в «Друзьях» у Курюхина всегда были персонажи, которыми он восхищался, и, и которые, может быть, вследствие недостатка рефлексии, позволяли себе всякие эксцентричные поступки. И э, такие вот, как бы, персонажи э, рядом с Курюхиным были всегда. Он, как бы, был, вот, скажем так, влюблен в таких людей, которые могли вот, взять и что-то такое сотворить. Потому что сам он ничего такого не сотворял. Только угу. на сцене, а в жизни он как раз и поэтому вот у него был, например, и я был таким фаворитом когда-то, я мог себе позволить взять и приехать э, э, в Пулково на такси из Москвы на частники, вот допустим, он восхищался Неужели, такими а? поступками, да, и ну и многими другими какими-то и вот или Юра Каспарян угу. простой человек и очень непосредственный был, и многие или допустим Булучевский Uh -huh. Однажды я вспоминаю, что э, я жил у Саши Кондрашкина, это барабанщик э, большинства рок-групп, в том числе и Аквариума, uh -huh. и Поп-Механики, и Авиа, И мы записывались, и к нам явились Сологуб, бас-гитарист э, э, Авиа Странных Игр, и Курехин. И они привезли, и вот привезли Булучевского, uh -huh. любимого саксофониста Курехина. И устроили подстригание, подстрижку. В то время у нас... кого всех? Нет, Салагуб решили... Сологуб обладал парикмахерскими талантами, решили постричь, ну, выпив портвейна э, с корюшкой, значит, э, реш... постригли Булучевского. Булучевский реш... вообразил, что он солдат американской морской пехоты, разделся по пояс, выбежал на улицу, перевернул там пивную цистерну, встретил какую-то девушку и остался у ней жить. Угу. Назад он уже не вернулся. Даже часть одежды его осталась у нас, потому что он разоблачился в апреле месяце по пояс, унесся, и вот какая девушка его сердобольная приютила. Все благодаря Курехину. Да, вот а Курехин сидел и посмеивался. Вот он любил персонажей такого уровня. Вот как угу. бы у него эта поп-механика в жизни продолжалась, только ему нужно было найти человека и правильно ему поставить какую-то задачу, поставить ее в определенный контекст. Собственно, поп-механика на сцене, это тоже была постановка людей в какой-то вот контекст. Причем не обязательно людей. Uh -huh. И животных тоже потому что там были животные, козел, например, там, лошадь, которые он ставил их в определенные условия, и они демонстрировали свои таланты разнообразные. Слушать поп-механику записи – это довольно малоинтересное занятие. Ну, можно, конечно, но это совершенно не то же самое, что ее смотреть. Потому что это все было собрано вот так вот на ходу, это был такой, ну, как бы... Капустник, карнавал такой, безумный карнавал, где каждый каждому Курехе находил какое-то занятие сообразно его талантом. Допустим, козел выбегал и бодал Алексея Рахова саксофониста взад. тогда когда Рахов играл uh -huh. тему, напоминающую Фауста Папетти. Uh -huh. вот это так импровизационно у козла получилось и у Рахова. Вот, допустим, лошадь испражнялась на сцене, да, среди оркестра. Такое... такой вот такая куча была, из нее такой дымок шел порог. Жили то жили есть такой крупный объект, как, как лошадь могли. да, большая да. лошадь. у нее телевизионщики включили прожектора, конь до этого в темноте сидел где-то угу. там, и вот когда все этот яркий свет раздалось такое задиристое ржание и значит все что в... В кишечнике скопилось, упало на сцену. И поп-механика продолжала. Среди этого курящегося дерьма э, какие-то дамы с голыми плечами играли на скрипках. Там, какой-то uh -huh. Романс из овода, что-то такое. В одной из поп-механик участвовало, как писал Николай Дмитриев, 464 человека и один козел. Uh -huh. uh -huh. Есть еще такая интереснейшая тема, которая, пожалуй, что является, может, в какой-то степени мостиком между прошлым и настоящим. Это замечательный совершенно не имеющий аналогов московский ансамбль ДК, да, с которым вы тесно сотрудничали. В каком состоянии вообще, а, если можно так спросить, проект ДК сейчас? Ну, проект ДК в том же состоянии, в котором уже давно находится. Uh -huh. То есть Сергей Жариков сдает и переиздает старые записи ДК делает какой-то все новый ремастеринг и находит какие-то очень редкие записи, которые ранее не сдавались. Вот, а э, при этом он дал полный карт-бланш э, Клемишеву на выступление вместе со мной. Вот, мы воспроизводим альбом «ДМБ-85». Это альбом дембельских песен. Ага, ага. Дем, ну, вот, Альбом выпущенный Жариковым в виде магнит-альбома в 1985 году, но в несколько большем составе. То есть в нем принимают сейчас участие еще и несколько гитаристов, барабанщик, клавишник. То есть это вот как бы, при этом Клемиш добавляет еще с... всякие ностальгические песни такой, скажем, тамбовской танцплощадки 70-х-80-х годов. Угу. То есть это как бы первое отделение, а второе отделение это, собственно говоря, уже ДМБ-85, скажем так. И проект этот в ближайшее время мы будем показывать э, в клубе проекта ГИ 2 декабря. Можно будет услышать. Вот. Это очень редко такое происходит, ну раз в несколько лет, вот, поэтому у кого и будет возможность, я приглашаю. Uh -huh, uh -huh. Вот в числе прочего был такой период, когда вы играли с вашим младшим братом Егором Летовым в так называемом акустическом формате, когда Егор Летов с гитарой без группы, да, и в составе группы «Гражданская оборона». Для вас это был такой вот опыт в ряду других многочисленных опытов, о которых я говорил, или все-таки это было что-то совершенно особое, учитывая характер репертуара «Гражданской обороны» и учитывая то, что это был ваш брат? Ну, конечно, особое, что у меня был один, единственный брат, и... И особое, и не особое. Потому что, с одной стороны, я сыграл огромным количеством рок-групп и выступления вот такие дуэтные у меня тоже с рок-музыкантами имели вот, в частности был прецедент такой вот этот ДМБ 85 угу. кстати сказать с братом мы выступали дуэтом то он исполнял не только свои песни но и песни ДК а и слышу, именно да. с ДМБ 85 исполнял как раз вот песни оттуда Поэтому это было некоторое, как бы для меня, продолжение, угу. вот такое тоже ностальгическое продолжение ДК. Да, и с точки зрения репертуара Егора Летова, это были редчайшие вещи, он больше никогда это не пел, насколько да. я знаю. Вот. больше того, на самом деле у него был такой проект, и угу. он, он очень хотел перепеть все песни ДК. Угу. Он, говорит, я он хочу... очень любил группу ДК. Да, я хотел, да, вообще на него определяющее... ДК оказало определяющее влияние на его развитие. Угу на коммунизмы в частности. Это все навеяно ДК. И он говорил, что я знаю все аккорды, я знаю слова всех песен наизусть. И я вот хочу это перепеть. Вот да, воспользуемся тем, что ты тоже участник ДК, и тогда мы с тобой возьмем и все это вот исполним. Т Такой проект был. Угу. Вообще первый опыт у нас сотрудничества, он же был вообще как бы в другой сфере. Ни ни никакие это были не песни, это была инструментальная музыка угу. в самом... В начале 80-х, ну а потом он приезжал ко мне, у меня был период после 40 лет, когда я праздновал свой день рождения в форме больших концертов. Угу, и, угу. и Игорь приезжал с гитарой, и мы с ним играли, как правило, дурачка. А, вот. ходят дурачки. Да, угу. да, и я там играл на саксофоне, там импровизировал. Угу. У нас сближение это произошло, не, не, скорее, не на музыкальной, а на политической форме, потому что я человек лево коммунистических убеждений, и период, когда он эти убеждения разделял, между нами существовал определенный консенсус. Угу. Вот. так что угу. вот так. Понятно. Ну и вот, насколько я знаю, сейчас э, довольно много каких-то новых у вас проектов, в частности, э, вот нечто связанное с электронной музыкой. Вот, если можно пару слов про это и что в ближайшее время будет у вас, э, но ну, вот э, кроме того, о чем вы уже сказали. В Москве ну, прежде всего. Ну у меня будет это выступление с Олегом Гаркушей, поэтом uh -huh. и шоуменом аукциона, где я вот в основном занимаюсь музыкой компьютерной музыкой вместе с ним. И вроде бы ему это нравится, то что вот постепенно от использования разнообразных маленьких флейт, свисточков, дудочек, погремушечек все перешло к использованию Макинтоша и и духового контроллера. И среди новых проектов, самых, мне кажется, ярких, которые будут у меня в этом году, это сотрудничество э, с, с чешским э, диссидентом и андерграундным э, музыкантом, э, которого зовут Микалош Хадима. Uh -huh. Он приезжает в Россию на книжную ярмарку. С ним приезжает non его... non да Да-да-да. Uh -huh. MCH Band. Это андерграундный чешский ансамбль uh -huh. Uh -huh. Э, такого рок-авангарда. Вот, и мы выступаем вместе с ним э, в проекте ОГИ и на улице ОГИ, в проекте ОГИ-7, на улице ОГИ-4. Он тоже саксофонист. Мы попробуем играть с ним в два саксофона. Вообще, впервые о чешском андерграунде я как раз услышал от своего брата, который очень увлекался чешскими андерграундными рок-группами диссидентскими. Вот, в 80-х годов. И вот, как бы, получается, его рассказы, они приходят к некоторому такому реализации уже после его смерти. Ему самому не удалось с такими людьми свидеться и пообщаться. А мне получается, уже после его смерти удастся. Ну что же, не будем считать, что все точки над всеми «о» уже расставлены. Пусть этот процесс будет скорее перманентным. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Сегодня в нашей студии был музыкант Сергей Летов.